Вкуснятия игрушка, да? Ой, как умеет Тимочка в роде совать погремульку. Ай! Да, ты мой сладкий Декстер. Вот как хорошо. Молодец! Доброе утро! Сегодня 30 число, уже совсем скоро Новый год. Декстер, сегодня Тим ночью не очень хорошо спал. Вот так. Мы оба не выспались, и на улице минус 17, а говорят, что ветром охлаждение до минус 27. То есть на улицу мы, естественно, не пойдем. Не буду морозить ребенка. Хотя я пошла. Я не боюсь холода, может быть, там минут на 15 вышло бы. Но все-таки он у нас маленький, незащищенный, вдруг щечки обветрятся, еще что-то. Не пойдем мы в такой холод гулять. Мы будем дома сегодня резать салаты, да. Муж мой поехал в магазин, так что мы с Тимом сейчас и с Декстером втроем. Тимочка у нас галопопит, я вам не буду его показывать. А я со спокойной душой себе кушаю печеньки. Вот мы нарядили елочку, внизу уже стоят подарочки. Родным, близким, друзьям я всем подарила уже подарки. Да, почти всем уже подарила подарочки. Подружки ко мне приезжали. Так что мы почти готовы к Новому году. Осталось Декстер. Осталось нарезать салатики. Замариновать, можно сказать, индейку. Ну, в общем, ее надо начинить маслом ароматным. И все. И завтра с утра уже поставить индейку в духовку. Сделать пирог. А, и все. Я сейчас начинаю перечислять, сколько дел надо сделать. Надо еще убраться. Вообще, завтра еще надо сходить в душ, уложиться, ну, накрасить ногти, я про это даже не говорю. Фотосессию я хотела сделать такую елочки нашу совместную, потому что в прошлом году мы с мужем фотографировались еще только вдвоем. Ну, а теперь у нас и Тим, и Декстер, и, в общем, здорово будет сравнить эти фотографии. Ну, я вам буду периодически записывать, что мы делаем интересное или неинтересное, кому как. Будем готовиться к Новому году. Тимочка. Засыпаем мы теперь со слезами, с криками, как кладу в кроватку, начинает плакать. Но проходит минутка, и все, и успокаивается. Сейчас я буду готовить индюшку к завтрашнему ужину. В общем, вот это индейка, и делаем ароматное масло. Сливочное масло 1,5 брикета, головка чеснока, вот эта вот большая, перемолотая, можно чеснок в давилке сделать. Цедра 2 лимонов, сок 2 лимонов, петрушка и соль, перец. Это будет масло, которое под кожицей у индейки. В духовке шарлотка. И все готово для того, чтобы делать салаты. Все отварено, сейчас будем резать. Мы приготовили салатики оливье с курицей, не с колбасой. Мне приготовили оливье без горошка. И винегрет тоже без горошка. Ну, сделали как бы одну порцию мужу, одну мне. Ой! Ну, давай! Давай, хватай игрушку. Хватай. Ой, что за расстройства такие? Не получается? Ничего страшного, на, держи. Ой, попробуй еще раз, сынок. Сыночек мой, сынуль, попробуй еще раз. Получится наверняка, на. Держи, да, Декстер. Молодец! Да, мой солнышко. Потом Декстер бегает. 31 число! Последний день 2014 года. Я сходила в душ, уже начинаю приготовление. Тимочка у нас тут лизит. Солнышко мое, да, кряхтит, пытается соску схватить. А, уже схватил. Вот. Так что сейчас мы будем завтракать, потом я буду волосы сушить. В общем, будем заниматься домашними делами. А на улице сегодня минус 19, поэтому гулять мы опять будем около балкона. Ну вот, последний день Нового года. Я сейчас иду в магазин. Мне надо кое-что докупить. Ёлочки продают. Ой, сколько нераскупленных ёлок. Жалко, они потом все будут валяться. О, смотрите, какие красивые. А пахнет как вкусно. Пихнуть под курицу масло.
показать конфетки от Линд. Вот такая вот коробочка, только маленькая. Маленькие, красивые. А какие вкусные! Лошадка символ прошлого года, мы ее провожаем. Овечек встречаем. Сейчас овечек сколько там. У меня такой подсвечник со свечками. Здесь шоколадки, мандаринки, конфеты, барашки. В общем, всего-всего много. Вот, чтобы было много всего сладкого, вкусного в новом году. И вот моя Шарлотка. За тобой камера не успевает. Ой, поймаю. Привет! Не наигрываю, да, что надо было? Я оделась к Новому году. Идем ко мне. И такая вот вся красивая. Готовлю индейку. Приоткрой. У-у-у, какая она у нас коричневенькая, черненькая уже становится, загорает. Загорает индюшка. Вот я одела, сейчас мы будем всей семьей фотографироваться на память. Сейчас у нас Тимочка проснется, я его тоже одену. Будем фотографироваться, я запишу вам новогоднее поздравление. И, наверное, переоденусь. Потом уже оденусь опять красиво к Новому году. В общем, у меня уже праздничное настроение. Я думаю, что вы тоже сейчас режете салаты, готовитесь к Новому году, звоните родственникам, ходите к друзьям. В общем, мне так нравится это. У меня перчатки. Мне так нравится эта предновогодняя суета, я так рада, что мы справляем этот Новый год дома с семьей, и я надеюсь, что вы испытываете такие же классные эмоции, как и я. Дорогие мои друзья, я хочу вас поздравить с Новым годом. Муа! С Новым годом! А вот и пошла оливьешка в ход. По пятому у нас полдник, оливье. И мы все еще смотрим танцы. Он какой парень. Вот я обратно переоделась. Дима переложила в кроватку. Он у нас гулял перед открытым окном. И он даже не проснулся. Спит, ну, спит и спит. Хочется спать ребенка, я не буду его будить. Вот мой мужчина с бабочкой лизит, соску сосет. Да? Кто у нас проснулся? Мамин сыночек? Сладкий пирожочек, ой, какой серьезный взгляд, хоть я еще не проснулся. Я еще не совсем проснулся, ямочка моя, иди, ой, ой, кто там такой? Ну-ка, эй, эй, Димочка, Тимур-мур-мур, Тимур-мур-мур. Мимика, конечно, папкина. Ну, вообще, ой, позевульки. Кажи, я сегодня доспалась, чтобы Новый год встретить с родителями. Ой, это на счастливое детство. Я загружаю вам видео с Новым годом. Только что записали с одним Машкиным, Сляськиным. Тимочка, не захотели со мной видео поздравления записывать? Кстати, у нас были важные дела в виде сосания кулака. И, кстати, не захотели у мамы на ручках сидеть. Ну, вот никак. У меня вообще тут дела свои. Вот у нас такой вот он в смокинге. Да, да, парень серьезный. Ой, зевушкинь. Я снова переоделась в платьечко, сделала хвостик, потому что Тим меня за волосы хватает, таскает. И мы тут обнимаемся. Я тут заморила червячка одним сладким мальчиком. Ай, новогодние поцелуйки. Мамин сыночек, мамин сладкий пирожочек. Агу. Ой, да, ты что, вкусный куляк? Это он вам говорит, с Новым годом! С новым счастьем! Скажи, вкусного вам молочка! Да, и сладких кулаков! Вот! Вот и наша новогодняя индейка готова! И картошечка запеченная! Ох, какая вкуснота, вкуснота! Сегодня будет вкусное праздничное молочко! У нас праздничный мальчик! Лизит, играйте.
Ой, какой молодец! Вот и мой праздничный парень, да? Ой, здрасте. Здрасте, мордасти. Доброе утро, с Новым годом! С Новым годом, доброе утро! Ой, ты мой стесняшка. Ой, ты мой стесняшка. Да? Папиня, что мама делает? А что мама делает? Котик, мы так танцуем. Она с Тимочкой танцует? Да? А папина, что мама делает? Скажи, бедный ребенок, он не поймет, что происходит. Тимурка? Новогодняя фигурка? Да, у нас тут бам, дзбантик. Бантик тут у нас, вернее, бабочка. Мужская серьезная бабочка, да? С Новым годом! С новым счастьем! Ура! Новый год к нам мчится, скоро все случится, сбудется, что снится. Тим спит до Нового года полчаса и... С Новым годом! Мандаринки, мандаринки, мандариночки. Веселиться, Новый год. Тим спит, муж ушел поздравлять коллег. Я тут мандаринки. Я не пью, я просто такая веселая. Новый год, Новый год, новый, новый, новый год. А что сидеть серьезными? Надо отмечать, да, Декстер? Декстер тоже не хочет ко мне. Да? Ой, кому бы лишь бы мандарины понюхать, что на столе понюхать лишь бы, да? Ты тоже у нас в этом году появился, ты тоже у нас подарочек. Новым годом, с Новым годом. Я тихо, потому что Тим спит. Он нас проснулся за 5 минут до Нового года. Я пила шампанского, пила чуть шампанского за Новый год. Он пил молочко с моей груди. Мы все отмечали Новый год. Что это родители без меня Новый год решили отметить? А сейчас он спит, поэтому... С Новым годом! С Новым годом! Первая прогулка в Новом году. Да? А это у меня соска примотана. Зелёночек. Засыпает мальчики. Ну вот мы с Тимом идем гулять. Папа наш с Декстером отдыхают после встречи Нового года. Так что мы с Масиком пойдем проветримся. Мы вышли на улицу, и Тимочка уже спит. И сосочку посасывает. Пустота. Никого нет. Детишки играют. Пару мам с колясками, но мы просто рано сегодня вышли. Еще 12 нету. Рано вышли погулять. Вот еще с колясками. С колясками все где-то в обед выходят. Там в 12 час. Вот начинается у нас здесь. Мы сегодня решили пораньше пойти, ну потому что у нас Тим вчера поздно лег спать. Мы решили пораньше пойти погулять, чтобы у нас вернулся режим обратно, чтобы мы вместе с ним засыпали там в 10, в 11. Вот. Вообще здорово, никого нету практически. Единственное, собачники гуляют. А что делать, если собака только на улице писит? Надо идти гулять, неважно, Новый год, не Новый год, как себя чувствуешь. Надо выводить лучшего друга своего погулять. Мне очень нравится, классная погода. Никого нету. Еще бы мне сейчас с собой кружечку горячего чая. Было бы вообще здорово. Вообще, смотрите, какая классная погода, снежок, тепло на улице, минус 3 всего лишь. С Новым годом! В общем, мне нравится начало этого года, все очень позитивненько. Сейчас приду домой и буду редактировать вам это видео, надеюсь, сегодня выложу. И еще раз вам с Новым годом, с новым счастьем,
Муа! Пока-пока!